Здравствуйте. Начинается лето, которое никогда не обходится без комаров, как на улице, так и дома. Сегодня тестируем бельгийский уничтожитель комаров Wetec WK8202. Прибор упакован в прозрачный блистер. Сам уничтожитель. И инструкция есть и на русском языке. Прибор изготовлен из ударопрочного термостойкого пластика. Он легкий, но прочный, корпус не скрипит. Сзади вилка и фирменная маркировка. Уничтожитель работает от обычной розетки, то есть не требует дополнительных батареек. Прибор приманивает комаров и мошку ультрафиолетовым светом. Насекомые попадают на металлическую сетку и уничтожаются слабым электрическим разрядом. Здесь два ультрафиолетовых светодиода. Они потребляют всего 1 Вт электроэнергии, но этой яркости достаточно для небольшого закрытого помещения, например, комнаты, офиса или дачного домика. Если сравнивать с другими средствами от комаров, пластинками и спиралями, от них иногда болит голова и не всем нравится их запах. А в отличие от гелей и кремов, этот уничтожитель не соприкасается с кожей, то есть не оказывает на человека никакого воздействия, поэтому подойдет для беременных и детей. Кстати, этот уничтожитель можно использовать ночью как маленький светильник в детской комнате. Прибор не требует к себе особого внимания и ухода. Иногда только его нужно будет почистить от погибших комаров и мошки. Я проверила, что действия прибора вполне хватит на комнату площадью 20 квадратных метров. Он отлично подходит и для городской квартиры, и для дачного дома.